формирования экономического пояса Шелкового пути, тогда это так называлось. И вот первым этот документ подписал председательство Китайской Народной Республики в Шанхайской организации сотрудничества началось не в этом году. Оно началось 10 июня 2017 года. Поэтому можно сказать, что это, этот период весь, который проходил под председательством Китайской Народной Республики, он ознаменовался новым, очень серьезным прогрессом в укреплении добрососедства, дружбы и сотрудничества государств-членов ШОС. Footprints across Asia, Oceania, Europe and SCO countries. 2016年我在新疆举办了。Сейчас я преподаю в хореографической школе. Я учу детей. Председательством Китайской Народной Республики при поддержке всех сторон произошли очень серьезные большие изменения в самой организации, в подходах. Очень много нового интересного председательство Китая принесло в этот период в деятельность Шанхайской организации сотрудничества. В городе Астана состоялась международная специализированная выставка. Мы все живем теперь в такой глобальной деревне. Во-первых, мы лучше уже знаем друг друга. Мы в рамках нашей организации заботимся друг о друге. Это как в маленькой деревне, понимаете? Когда все люди знают друг друга, когда стремятся помочь друг другу, если беда, когда вместе собираются и обсуждают общие проблемы, а самое главное, когда думают о будущем. Вот сообщество общей судьбы – это взаимная ответственность за будущее –